Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня хороший день. Сегодня можно делать роллинги по 1200. Я решил сегодня попробовать. Последний шанс дать тестовому аккаунту получить одного недостающего героя. Нам не хватает только одного героя, какого вы, в принципе, и так, думаю, знаете. Это Фоба. Вчера я делал роллинг. И в итоге мы его не получили. Получили кучу других топовых героев, но именно его мы не получили. Так, что тут у нас 16 дней. Еще идет обмен. Такс. Что у нас есть? 89. И нету только одного Фобы, поэтому поехали, будем трешивать. Пробовать получить. О, ничего себе, у меня не хватает места. Да ладно. Сейчас мы это исправим. Все очень быстро исправляется. Где-то мы расходников нахватали. Так, ну вроде все. Поехали. Поехали, проверим удачу. Атлант. Вала-вала Санта-Бум. Ничего себе. Посмотрите, сколько желеек выпало. Оккультист. Блин. Мы вот недавно пробовали его тоже выбить. Мы его выбили, конечно же. Так, Леди Лео. Рандомчик. Ну дай нам Фобу. Сасквач. Ниндзя. Как видите, за 1200 Дракос. Анубис. Рогатка. Так. Просто, ребятушки, просто изи. А теперь влепили лайк, и вам обязательно тоже повезет. В общем, последний недостающий герой на аккаунте у нас есть. У нас остался только один донатный герой. Офигеть. Просто офигенно. Я не знаю, сколько у нас там было. 100к, мы 23к потратили, и все просто. По сути, 23к это что там, 10, ну, 15, даже 15 кликов нету. Не, все-таки есть. Около 20 кликов получается, если по 24к самов, да, где-то так. И мы получили, ребят, за 20 кликов просто последнего недостающего нам героя. Супер. Как обычно, все подкручено. Такс. Оккультист, Фоба. Обалдеть. Такс, окей. Давайте сразу же сделаем. Я вам покажу на него топовую сборочку. Если у вас есть дофига уклонений, можете ставить вальс. Если у вас этого нет... Оптимальный самый вариант на сегодня это Эссо. Вот видите, у меня они два недостающих, еще не прокачанных. Хороший сегодня день с акциями. Супер. Так вот, 10-10. Вальс клинков, блин, я не знаю, даже думал записать видео. Возможно, и запишу на одном из этих аккаунтов. Сейчас гляну, где там есть. Вальс классная тема, если у вас есть уклон. Если у вас уклонения нету, талант работать не будет. Это лучше всего проверить, конечно, на более стабильных героях. Мы попытаемся это сделать. Так, это что я? 10 лямов. Красава я. Так, еще самики получили. Блин, просто обалденно. Я думал, что мы потратим все самые, не выбьем. Просто кайф. Такс. Сейчас я гляну, ребят, что у меня тут по талантам делается на этом аккаунте. Чарки. Да, по талантам печаль. Коробки надо нам будет
пооткрывать, половить немножко. Ну, талантов как бы хватает, коробок хватает. Но вальс клинков надо будет выловить и затестировать. Я вам покажу на определенных героях. Такс. Блин, тут еще и кучу героев надо прокачать. Короче, куча всего. Где делся? Где делась наша имбушка? Фобушка, ты где? Вот он. Сейчас нам надо будет и просветы ему сразу же качать. Отличный сегодня день. Так, там силу тут на десятке, у нас 200 силы уже. Здесь надо тоже силу догонять. Помню, мы здесь слили расходники были, кстати. Надо будет подокупать ману. Золота нету. Потому что с расходниками, с маной, конечно, ее фармить на лоу-левелах очень долго. Хотя здесь есть, в принципе, Минотавры и остальные герои, но это реально очень геморно. Так, делаем эволюцию. Аугментацию я делать не буду. У меня здесь герои без аугментаций. Почему, я уже рассказывал. Я тестирую параллельно героя на мелких левелах без топовых прокачек. То есть вторая эволюция. Ну, реальность для без доната. Самая такая оптимальная, без прорывов. Потому что каждая аугментация и нормальная прокачка, она даст очень большое усиление. Поэтому когда у героя есть уже смотритель и есть чары и есть созвездие, очень сложно определить, какой герой действительно хорош, потому что там уже больше определяет донат, а тут еще определяет, скажем так, более-менее тест. Ну, донат потом все, конечно же, портит. Так, сотый просветик нам надо ему качнуть. Сделали опять эволюцию. Вот таким вот образом, ребят, прокачивается герой за пару минут, когда вы играете на английском сервере. И у вас даже минимальный донат. Как видите, у меня тут даже не дошло до разрухи. Ну, можно было еще дешевле. То есть, возможно, еще будем собирать такие аккаунты. За минимум, вообще за самый минимум, можно собрать ловый алтарь. Единственное, что сейчас, это Зефир, ну и, конечно же, Минотавр, там шапка, это донатные герои, до которых надо донить 300 тысяч самоцветов, то есть как минимум 10 паков, а то и больше. А так, в принципе, можно и без этого обойтись. Так, кристаллы у нас закончились. Ну, видите, вот так вот. Пару минут, и у вас герой практически на максималке. Ну, я имею в виду бездонатный вариант. Потому что донатный вариант — это 13-й скилл. Дальше идет прокачка таланта на десятку.
Чары созвездия топовые. Ну, там уже совсем другие растратники и расходники. Растратники. В общем, вот так вот. Можете меня поздравить. Надеюсь, вам тоже выпали сегодня недостающие герои. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.